Доброго времени суток, дорогие подписчики, новенькие зрители. Так что не забывайте подписаться на YouTube-канал «Желтая пресса деревенский». Мы делаем видеообзор деревенских домов, которые продаются в деревнях Беларуси. Кто хочет продать свой дом, недвижимость, пишите, звоните, сделаем обзор деревенского дома. Кто хочет купить, может, где-то что-то подскажем вам. Сейчас объявились много домов по Слуцкому району, по сельсоветам, которые с аукциона будут продаваться за одну базовую величину. Ну, плюс там какие-то дополнительные растраты. Это агрогородок Лучники. Вот такая большая улица, длинная большая деревня. Агрогородок Лучники от Минска. Порядка 100 километров. Город тут рядом, в принципе. Вот. Этот будет продаваться здесь участок. Участок. Сейчас придет хозяйка, нам все расскажет, покажет. Здесь продается только участок. Сколько соток, какая ширина участка, номер 129. Вот это все будет разбираться на дрова, на сруб. Если кому нужно дрова, звоните, пишите. Есть дрова, есть срубы, на сарайчики, на бане можно перевести. Большое такое строение. Большое длинное строение. То есть дров здесь достаточно. Также вот такие ветки здесь есть. Можно напилить себе дров. Участок длинный, длинный, длинный. Он выходит, он упирается в чей-то дом туда. Вот такой вот длинный участок. Интересный участок. Соседи бы купили какие-нибудь. Расширили бы свою территорию. Да и все. Шифера здесь будет очень много. Кирпич красный есть. В основном вот такое на дрова, бревна. Кому на хоз эти нужды туда. Осел сарай, не откроешь. О, тут даже сено, а тут блочная такая. Сено сгнило. Туру-туру, туру-туру. Тузик, прекрати, тут осела. Погреб, стопка здесь такая. О, здесь тоже. Дров хватает. Строение. Тузик. Так что зима продают участок, а вот этот дом, вот эти балки, строения, то есть можно. Здрасте. Соседка только что выходила, спрашивала, не хотите себе участок купить? Не, не, говорит. Им бы пожить только. Ну да, пожить немаловажно. Так что, кому интересно, пишите, звоните. Полностью будем разбирать это все. На дрова, на сруб. Вот это все нужно расчистить, убрать его. Колодец на две стороны. Ну как-то участок под строительство недалеко от города, но просто здесь вблизи не разрешат строить, разрешат строить где-то сюда, в глубину, наверное. Он просто не сильно такой широкий здесь участок. Цена $2500 за участок просит. Ну, $2500 он продается голый участок. Вот этого вот строения не будет. Не будет, просто участок. Так что как-то так.
Все, спасибо этому дому, поедем мы к другому. Так что, кому надо дрова, звоните, пишите, дров тут нормально. Тут можно дров нормально назапасить себе. Все, всем хорошего времени суток, до свидания. Телефон контактный для связи, кому нужны дрова, кому интересен участок, звоните, пишите.